Всем привет! Вы на канале Duda Play, и мы играем в игру Farmer Life, жизнь фермера. И мы играем сегодня за фермера Казимира, кажется, так его зовут. Это получается первое у нас. Май 1945 год, первый взгляд. Господи, почему солнце так печет? У меня сейчас голова лопнет. Так, ну, мы, короче, играем за мужика, какой-то он любит побухать. Ужасное похмелье, но если бы не водяра и шарик, я бы сошел с ума в одиночестве. Отец, почему ты меня покинул? Мама, возможно, вы сейчас на меня смотрите и беспокоитесь. Короче, чувак живет один. Хозяйство в ужасном состоянии, я знаю, я тоже. Получается, он один живет, и хозяйство такое осталось у него. Даже жить не хочется, но ведь нельзя просто так сдохнуть. А шарик это что без меня будет делать? Я не могу его так оставить. Шарик, шарик это этот, свинья. Он его вместо шарика взял? Хорошо, что будет хорошая погода? Надо взяться за работу. Он свинью из свиньи сделал своего шарика, собачку. Или еще не сейчас, еще не сегодня. Где-то у меня были бутылки припрятаны. Нам предлагают либо заниматься фермой, либо бухать. Господи, прости меня, я знаю, что тебе грустно, когда ты на меня смотришь. Да, короче, вот такая вот ферма. В запустении. Надо что-то с этим делать. Добро пожаловать в Farmer Life, жизнь фермера. Предлагаем несколько дней из жизни Казимира. Проживи их и жди продолжения в полной версии. У нашего героя была очень тяжелая ночь, и он мало что помнит. Помоги ему прийти в себя. Где это? Я надо осмотреться. Где это? Ты даже не знаешь, где ты. Это возле дома. Так, оглянулись вокруг? А, надо еще... А, ну все понятно. Давайте немножечко прогуляемся. А, так он может еще и бегать. Ага, контрол это медленно. Зачем медленно ему ходить здесь? О, шарик наконец-то проснулся. Дай-ка я на тебя посмотрю, дружок. Вот наш шарик. Куда побежал? А как его смотреть? И че орешь? Шарик. Так, хозяйский взгляд есть? Ну, что это значит? А что это за хозяйский взгляд? А, Z, видишь, нажимаешь Z. Хозяйский взгляд. Это, типа надо что убрать, где что стоит. Понятно, хорошо, отлично. Мне нужно какие-то палки убрать. А, ну вот, у нас на огороде палки вот эти лежат. Давайте мы их уберем. А как их убирать? А, ну вот он, получается, подсвечивается, и на букву Е мы убираем. Ну, давайте немножечко приберемся здесь. Это типа поле такое, огород будет, что ли, у нас. Так что у нас в инвентаре? Да, палочки есть. Бесплатное топливо, прямо от матушки природы. Вот только муторно его собирать. Так, давайте соберем еще палочек. Муторно, если бы они так... не подсвечивались, так надо прям близко-близко подойти, чтобы она загорелась. Или букву Z нажать. Тогда, может, они быстрее будут собираться. Слушай, алло. В натуре. Ну вот, наконец-то поле очищено. Кобыле вреда не будет. Шарик, найди мне какую-нибудь еду, я голодный. А, шарик, смотри. Он еду мне нашел, прикинь. Классно. Вот еда, ешь. Давай попьем водичку. Блин. А, жрать надо. Ну, давай пожрем. Яблоки мы это съедаем и утоляем голод. Но голод не сильно, конечно, утоляется. Если ты съел яблоко, а поднял его, ничего страшного. Открой инвентарь и нажми съесть. Ага. Съешь. А, не, нормально. Дает нам еды. Если я пью что-нибудь, то я на ногах не устаю. А если я не выпью? Давай водички попьем. Что-то вода это? А, съешь F.
Ну, что здесь? Нужно вспахать поле. Шарик, где я остановил кобылу? Шарик нам показывает. Вот, иди сюда. Такой шарик хороший, смотри. Показывает, смотри, шарик. Шарик. Блин, а как же я буду тебя на мясо-то делать? Жалко мне шарика будет. Вот кобыла стоит наша. Открываем ворота. Кобыла, пошли. Сейчас она за мной пойдет, наверное, да? Или нифига, ладно. Нет, я должен прям ее взять, что ли? За гриву. Состояние животное, еще не голодное. Выведи животное. А, все, на букву Е нажимаешь, она выходит. Иди сюда, кобыла. Сейчас я тебя запрягу в плуг. Пошли. В плуг. Так, а плуг у нас где-то здесь должен быть. Да, видишь, свинья нам показывает, куда идти. Молодец, Синтус. Вот у нас плуг такой. Старый-старый плуг. Так, корова прибежала. А теперь на поле радуйся, что ты такое, что такое маленькое. Начни пахать Е. Останови пахоту. F подробней. Ладно, поехали. А, блин, смотри. Я руковожу лошадью. Хорошо, что это открывается в разные стороны. Я нажимаю, короче, вперед. И лошадь идет. А, вот смотри, я поворачиваю лошадь. Типа я за лошадь играю. Так, давай лошадь, поворачивай быстрее. Давай с этого. Ух, нифига, что случилось? Подожди, алло. С этой части давай пахать. Чтоб туда не идти. Все, разворачиваемся и начинаем пахать. Так, что пашем? Пашем, пашем. Сначала, типа, нужно выкосить траву. В смысле выкосить? Мы же уже пашем. Ничего выкашивать не надо. На 20% выпахали. Давай, разворачивайся, корова. Блин, а у нас реально же коровы нету, да? Только лошадь. Поехали дальше пахать. Да в смысле? Мне нужно нажимать пахать каждый раз, что ли? О, ребята, я криво пошел. Кривовато все. Ну ладно, попробуем. Сколько там? 37% вспахано. Сначала нужно траву выкосить. А у тебя есть чем косить? Ой, криво. Ну ладно, давай здесь это пойдем. Надо обязательно нажимать на букву Е. О, пахать, начать пахать. О, даже так можно на F нажать. Ну, сейчас вроде бы поровнее пошли мы. 48% вспашки. Это как прям фермер-симулятор. Так, давай, поворачиваем. Поехали дальше копать. Давай, копай, копай. Ой, это... Пахай, правильно говорю? Пахать. 58% всего лишь, елки-палки. Долго мы здесь пахать будем с вами, ребята. Спаши поле. Бедная ты моя лошадь. Тебе еще пахать и пахать здесь. Ребята, ну я думаю, мы допашем уже, да, все. Блин, медленно, конечно, мы это все продвигаемся. Но в первый раз... Ой, я что-то заехал за эту сторону. 73% спахано. Давай, блин, слишком большой плуг какой-то длиннючий. Коси, коси не туда. Лошадь. Ну ты что не пашешь? Надо постоянно нажимать на Е, понимаешь? Как только я отхожу, Е выключается. О, я уже запарился. Иди нафиг. Иди нафиг, я уже не хочу пахать. Что-то все муторно. Муторно и сложно. У нас, кстати, есть еще этот самый трактор зеленый. Но он, наверное, не рабочий. Кривовато все, конечно, спахал. Ну ладно. Я думаю, сейчас все это мы исправим дело.
90. О, да, 100%. Давай. Заверши спашку с помощью кругового меню. Кругового меню? В смысле? А, вот остановить поход. А, нет, вот так вот. Завершить. Вроде бы хорошо. Иди в дом, найди кровать. Я устал от этой работы. Пойду в дом, отдохну. И вот Бобик наш ждет. Прибежал Бобик. Побежали, побежали домой. Такой вот у нас домик. Бобик, поехали. А что здесь написано было? Состояние животного изголодавшееся. Да бедненький, голодненький у меня песик мой. Пошлите, посмотрим наш дом. Так, это что за дверь? Блин, а, это инвентарь? Не, да в смысле, я хочу в эту дверь зайти. Она не открывается. Открой ее. Ага, ладно. Давайте здесь посмотрим. Ну, конечно, все такое очень старое, страшное, вот эти все. Тарелки чистые стоят, прям новенькие. А комод, стол, вот это все. Печка даже есть, прикинь, прикольно. Блин, а я хочу на печке поспать. А сейчас, наверное, лето, и печку не топят. Поэтому она холодная. А, где у нас комната? В принципе, однокомнатная квартира, получается. Иди сюда, Шарик, давай поспим пару часиков. Мне не нравится, как этот мужик разговаривает. Ла-ла-ла-ла-ла. Спи. А сколько часов ты хочешь поспать? Конечно же, максимально 12 часов. Я ложусь спать. 12 часов мы сейчас поспим. Это самый нормальный сон, адекват. Июль 45-го года. В смысле, я месяц спал или что? Уже утро, я больше не буду пить. Это слишком много. 5 литров на двоих. Короче, он где-то забухал. Прошел, я не знаю, даже не помню. Может быть, даже год прошел. У меня снова нет денег. Блин, а где ты находишься? Подожди, это дом твой или где? Че? Кладбище какое-то или че? Не могу понять. Да, церковь, смотри. Блин, давай посмотрим. Церковь зайдем. Да, церковь. Открывай дверь. Открывается. Ну, обычно у церкви вот здесь вход идет центральный. Вот таких храмов. А открыто? Точно, смотри, это собор какой-то деревянный. Храм. Ух ты, красиво как. Витражных окон нет. Клир, сверху песни поют, по идее, там стоят. Но это католическая церковь, ребята, но это же, кажется, польская игра, если я не ошибаюсь. Кафедра, здесь выступает священник. А это у нас престол, здесь идет Евхаристия, вкушение хлеба и вина. А это предалтарный такой, получается. Комнатка, здесь отдыхает священник, а он здесь даже живет, прикинь, в храме. Вот у него кроватка здесь, он здесь спит, молится, зубы чистит. Умывальника нет, правда. А вот здесь выход. Блин, не открывается, нет? Открой. Да, это какой-то такой небольшой участочек. Прикольно, я не знал даже, что так вот храм так вот устроен. Интересно, просто даже интересно, икон нету никаких. Крест один только нарисован, и все. Понятно. А, давай наверх зайдем. Мне интересно, что наверху. Да, здесь видишь тоже. Может быть, это VIP-персона? VIP-персоны здесь сидят. Ох ты, еще наверх можно. Это колокольня, наверное, слушай. Нет, это прикольненькое место-то такое. Кровать, смотри, стоит. А где колокольня, я не понял. Кто-то здесь... А он здесь забухал, типа, со священником, что ли? Я ничего понять не могу. А где колокольня? Должна быть колокольня же какая-нибудь. Или нет? Или в этом храме колокольни нету? Почему-то. Жаль. А так бы мы бы в колокол побили бы. А, ладно, осмотрели мы полностью храм. А, что, домой поехали тогда? Где тропиночка? Пойдем по тропинке и идем домой, ребята. А что идем? Мы сбегать можем. Смотри, он протрезвел. Как раз. А куда идти-то? Туда идти?
Я не знаю, может, я не в ту сторону иду. Но интересно будет посмотреть, что здесь. Какой. А, это деревня, прикинь, Кузьмич. Здорово. Что у тебя есть, интересно? Мне пила нужна. Поторгуем, давай. А мне нужна пила. А и что? Так, беру. Торговля. В нескольких местах в окрестностях можно торговать. Одно из таких мест это рынок. Еще одно лесопилка. На рынке находятся магазины и ларьки. У каждого продавца свой ассортимент. Он покупает только определенные товары. Перетащив товар из окна своего инвентаря в окно магазина, ты можешь его продать. Покупки происходят наоборот. Так, а мне. Я хочу вот этот купить. Вот, куда это? О! О, отлично. Ах, ты ё-моё, давай сюда. Есть. Все. Да вернее, все, пока. Я этого купил. Чувака, что хотел. Что здесь еще продают? О, магазин, прикинь, алло. Может, мы здесь купим хлеба? Здравствуйте. Что у вас тут есть? Пшеница, горох? О. Я что-то слышал, что свинья. О, шарик. Куда ты показываешь? Иди мне. Я тебе хочу купить крендель какой-нибудь. Так, поторгуем. А, у него ничего нету, да? А, нет, Вера. Это что такое? Вера? А это вещмешок? Под рукой. В смысле? Я пилу ему отдал, мужику этому, или себе взял? Поторгуем. Вещмешок Кузьмич. А кто такой Кузьмич-то? Алло, вот это Кузьмич. Вот вещмешок. Это минус 100. Даром я не могу дать. Иди нафиг, я вообще с этим пришел, оказывается. О, все, заканчиваем игру, ребята. Будем заново играть. А, я бы отдал вещи, что ли, просто так. Да ё-моё. Ладно, где ты там, Крюндель? Куда? К тебе, куда? Домой. Пошли. Куда? Пошли, показывай. Туда? Туда идти? Видишь, головой мне показывают. Ну ладно, побежали сюда. Значит, я все правильно шел. В это место. А где наш дом? Блин, какой-то сарайчик. Мы, наверное, мне кажется, его со временем купим. Этот домик. Что-то растет лопухи какие-то. О, милый мой друг, где Ксения? Куда ты меня завела? Он мне показывал. Головой иди, мол, сюда. Бомбы? Мины? В смысле, подзорвусь, что ли? А, господи, каким чудом жив? Точно что-то взрывается. Да как так? В деревне мины, ребята. Я в шоке от этой игры. Как может быть в деревне мины? Минное поле. Казимир дожил свой век. А тут у Кузьмича завали мужика. Я ему, естественно, я дал топор. Думал, я его покупаю. Ладненько, ничего страшного, переиграем, ребята. Если понравилась игра, ставьте лайки, и я буду продолжать ее играть. Всем пока-пока.